Что ты делаешь? Ашка сломала оракул. Он не будет работать без этой маски. Дайте ее сюда. Мэг! Нет, Мэг! Эти, корабль! Нет! Кинокорпорация Австралии, киностудия Шанхая и телевидение Польши представляют телесериал «Чародей. Страна Великого Дракона». Авторы сценария Марк Ширевс и Джон Томпсон. В главных ролях Лорен Хьюитт, Райан Куинтен, Леонард Фанк, Энтони Вонг, Хезер Митчелл, Е. Манг, Леонард Смит, Питер О'Брайен, Хук Син, Гуи Йеллен. Оператор Дэнни Баттерхен. Художники по костюмам Джуди Маккаллум, Кью Рэмптин, Мария Вайлун. Композитор Ян Дэвидсон. Продюсер и режиссер Ноэл Прайс. Мы сделали это, Кэти. Мы ее остановили. А где же озеро? Это не мой мир, Мэг. Что случилось? Энергия доспехов Ашки нарушила уровни контроля. Не волнуйся, я отправлю нас обратно. Нет, Ашка будет ждать нас. Надо перенести корабль, тогда мы появимся за училищем. Ничего серьезного. Чародей! Чародей! Без оракула наши границы беззащитны. Что мы будем делать, чародей? Пошла! Чародей! Чародей! Куда вы уезжаете? Теперь мы будем за пределами училища. Готово. Что такое? Ашка попала в кристалл, вся его энергия пропала. Ты сможешь починить? Мне нужен сильный источник энергии, чтобы его зарядить. В училище я пользовался силовым лучом Оракула. Надо найти что-то вроде этого. Ну, конечно же. Пойдем посмотрим. Просыпайся. Нет, что вы здесь делаете? Что вы хотите со мной сделать? Как тебя зовут? Джош. Джош, я хочу, чтобы ты правил этой повозкой. Я? Я не умею этим управлять. У меня нет даже водительских прав. Ты научишься. Больше не пытайся. Пошла. Держи лошадь головой вдоль дороги. Если ты думаешь, что твоя сестра тебе поможет, то ты ошибаешься. Она уже даже не в этом мире. А может, тут вообще нет людей? Мы никого не видим. Но мы не видели рыбы. Но это не значит, что ее здесь нет. Если мы не привезем маску обратно, Оракул будет бесполезен. Страна Великого Дракона в большой опасности. Успокойся, Мэг. Мы найдем того, кто нам поможет. И не паникуй. Лучше бы я не изобретал этот корабль. Из-за него одни проблемы.
Мэг! Такие дороги сами по себе не возникают. Куда пойдем? Давай разделимся. Ты иди туда. Встретимся здесь, когда солнце будет над головой. Будь осторожна. Сан, наши люди прожили всю их жизнь под управлением Оракула. Теперь мы должны управлять ими сами. Но у нас нет гигантского воина. Как мы сможем задержать Шарака? Вы нашли Кэти? Нет. Может, они внизу, в доках, с Джошем. Я посмотрю. Дети. Вики, Кэти говорила, что ты эксперт по Оракулам в вашем мире. Ну, я разбираюсь в компьютерах, но... Я никогда не встречала ничего подобного Оракулу. И все же, может быть, ты смогла бы его починить? Я могла бы попробовать. Это лучше, чем сидеть тут и ждать. L4 пасует L5. L5 пытается забить гол. L1 ловит. Оставайтесь на своей позиции. Теперь я хочу, чтобы вы начали снова. И постарайтесь как следует. L1 и дает L4. L3 задерживает его. Быстро. Быстрее. Сколько раз я должен вам показывать? Ты не можешь их учить, это слишком сложно. Простите меня. Лэм. Лэм. Взгляни на ее лицо. Цвет кожи потрясающий. Я знаю, что я выгляжу несколько неопрятно, но потому что я... Она, наверное, какой-то новый дизайн. На ее руке повязка, Лэм. Похоже на кровь. Зачем кому-то понадобился ребенок, у которого течет кровь? Я не хотела себя поранить. Ты сама себя поранила? Да. Слушайте, я... Лэм, это кровь настоящая. Кому ты принадлежишь, девочка? Никому. Иди сюда. Слушайте, все в порядке. Простите, что я помешала вам играть. L3, L5, схватите девочку. Держите ее. Мэг! Привет! Мэг, они пытались меня схватить. Почему? Я не знаю, бежим. Кэти, осторожнее. Это роботы. В воде у них возникло замыкание. Пойдем отсюда скорее. Мэг! Если в этом мире способны создавать такие вещи, у них должна быть технология, позволяющая зарядить мой кристалл. За нами могут бежать другие. Пошли. Я не понимаю этого мира. Люди носят одежду, как сотни лет назад. Но у них есть роботы совершеннее всех, что я видела. В этом мире история пошла в другом направлении. Интересно, что ее изменило? Что это за место? Не похоже, чтобы здесь кто-то жил. Не знаешь, как туда войти? Нет. Но я сомневаюсь, что мы тут что-нибудь найдем. Что ты думаешь, это значит? Это похоже на знаки, что ставят перед больницами. Ну, такие места, куда отвозят больных людей. Нам это не пригодится. Почему они позволили больнице обветшать? Кэти! Там огонь. Пойдем посмотрим.
странный дом. Кажется, это не дом, Мэг. Это похоже на фабрику. Такое место, где машины делают разные вещи. Я хочу посмотреть. Тут свет, Кэти. Это то, что мне нужно, чтобы зарядить кристалл. Этот источник достаточно мощный. Мне понадобятся зеркала и линзы, чтобы рассеять луч. Мэг, уходи. Прикажи им остановиться, Кэти. Кэти! Роботы, стойте! L-48, стоп! F-12, стоп! Они тебя слушаются. Они послушались тебя? F-48. Положи руки за голову. Потрясающе. F-48. Принеси мне зеркало. F-12. Достань мне линзы. Скоро мы вернемся в страну великого дракона. Надеюсь. Все готово. F-48, включай. Ну что? Он заряжается. Я хочу взять одного из этих роботов с собой. Великий дракон будет счастлив иметь такую игрушку. Слышишь? Разве не очаровательно? Не трогай это, Кэти. Это же просто игрушка. Мэг, помоги мне. Я побегу на корабль за инструментами. Скорее. Вперед. Эллы, стоп! Лэм, ты гениален. Это сработало. Эллы, за мной. Я просто посмотрела, я не хотела ничего украсть. Смотри, Лэм, кровь настоящая. О чем вы говорите? Разве она не прекрасна? Не бойся нас, деточка. Вы не могли бы меня выпустить отсюда? Она так хорошо разговаривает. Ты думаешь, она откуда? Мэг! Может быть, она одна из тех диких людей, живущих в горах? Да нет, я не дикая, я не живу в горах. Откуда ты, девочка? Где твои родители? Я вам объясню. Если вы выпустите меня из этой клетки, пожалуйста. Я повторяю, где твои родители? Они в другом мире.
Она хочет сказать, они мертвы. Бедная детка, она сирота. Давай я буду за ней ухаживать, Лэм. Ты хотела найти что-нибудь новенькое, чтобы показаться перед друзьями. Представь себе их лица, когда они увидят это. Они будут так ревновать? Давайте, возьмите клетку. Куда вы меня несете? Что вы делаете? Выпустите меня отсюда, прошу вас. Пожалуйста, пожалуйста. Пожалуйста. Эллы, домой. Мэг. Мэг, на помощь. Мэг. Быстрее. Они вооружены? Я чародей. Эти варвары не могут мне причинить вреда. Если ты правильно себя поведешь, они и тебя не тронут. Нет. Я чародей Ашка. Отведите меня к Шараку. Шарак? Нет. Тихо. Я тебя знаю. Ты та колдунья, что спасла великого дракона у реки. Тогда ты понимаешь, как я сильна? Отведи меня к Шараку. Следуйте за мной. Пошел. Кэти! 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 Помощь. Пожалуйста, кто-нибудь, помогите. L2, стоп. Поставьте клетку на землю. Выпустите меня. L4, L6, девочку в дом. L4, отпусти меня. L6, отпусти меня. Эллы, держите ее. А она умна. Все будут очень завидовать нам. Эллы, не принимайте приказов от девочки. Приведите ее в дом. Прошу вас, давайте немножко объяснимся с вами. Вы не можете так поступать. Это же противозаконно. Противозаконно. Чепуха. Мы нашли тебя, и теперь ты в моем доме. По закону ты принадлежишь мне. Но не пугайся, малышка. Мы тебя не обидим. Посмотри вокруг. Мы отлично следим за всей нашей собственностью. Эллы, за мной. Вот твоя комната. Артемида переедет в другую. Правда, дорогой? L4, L6, отпустите ее. Не получится убежать, так что не пытайся, пожалуйста. Как твое имя, малышка? Знаете, я тут не одна. Мой друг Мэг придет меня искать. Он прекрасный воин, он мастер по кунг-фу. Он очень рассердится. Какое богатое воображение. Я не могу дождаться показать ее всем. Привет, мамочка. Привет, папочка. Дети, у нас для вас большой сюрприз. Они же роботы. Конечно. Вот поэтому мы так восхищены тобой. Ты настоящая. Единственный настоящий ребенок во всем мире. Первое, что мы сделаем, это подберем тебе новую одежду. Девочки не ходят в штанах. L4, отойди-ка. L1. Девочка.
Девочка. Что же мы наделали? Лэм. Ждите здесь. Тут происходит крупная ошибка. Я знаю Шарака, я знаю, каков он. Что бы вы ни планировали, это не подействует. Зачем ты здесь? Ты пришла от великого дракона, чтобы шпионить за мной? Если бы я хотела за тобой шпионить, то превратилась бы тогда в птицу и летала бы за тобой. Я чародей. Могущественная колдунья из другого мира. У меня к тебе предложение, Шарак. Будь мудр и прими его. Ты? Господин Шарак, это тот мальчишка, который наслал огонь на наш лагерь. Вы, наверное, с кем-то меня путаете. Мы и австралийцы похожи друг на друга. Веди его сюда. Давай, двигай. Помогите мне, Ашка. Если бы не ты, мы бы сейчас уже были в стране великого дракона. Посадите его в клетку. Вечером мы устроим с ним представление. Этот мальчик мой помощник. Отпустите его. Кроме меня тут никто не приказывает. Никто, кроме меня, не наказывает моего слугу. Рогар, эта женщина начинает меня бесить. Посадите ее тоже в клетку. Только коснитесь меня. Что, бабы испугался? Приношу мои извинения, о чародей. Я вел себя не сдержанно. Добро пожаловать в мой лагерь. Откушайте вместе со мной, и мы обсудим ваше предложение. Не хотите ли умыться? Спасибо. Я думал, что уже пропал. Я же сказала, что защищу тебя. Теперь ты мне нужен, чтобы охранять меня, пока я договариваюсь с Шараком. Вы шутите? С чего он станет вас слушать? Очень скоро Шарак будет делать только то, что я ему скажу. Давай, взять их. Взять их. Эй, вы! Эй, вы, выходите! Выходите из палатки!